гармония, сегодня звучат шедевры оперного искусства. Раньше выступали, скажите, пожалуйста. Да, конечно. В прошлом году в этом же зале, в мае, я давал концерт не только с сольными номерами, но мы пели дуэты, мы пели еще с замечательными солистами. И вот, например, Соня Лещинская, замечательная меццо-сопрано, она тоже участвовала в концерте. Вот. И, конечно же, Иерусалим – это духовная столица, Мекка всего мира. И мы сюда приезжаем не только, чтобы работать, но и чтобы духовно себя обогатить. Затем через год «Царская невеста», где я исполнял, соответственно, князя Игоря и Грязнова. Thank you.
планируются приезды в Иерусалим? Я думаю, да, тем более, что с 30 июля по 10 августа в Иерусалиме будет проходить мастер-класс с участием звезд. Но об этом, я думаю, уже подробно и правильно и наполненно расскажет идейный вдохновитель, организатор, наш прекрасный музыкант и пианистка, и концертмейстер, и просто замечательный человек София Мазар. Мастер-класс, который будет проходить в Иерусалиме уже второй раз, который организован Иерусалимским муниципалитетом, Ассоциацией Бар-Кайма, Иерусалимским фондом, Министерством иностранных дел, есть еще очень много организаций, которые в этом принимают участие, будет проходить с 31 июля по 10 августа. В рамках мастер-класса есть много разных интересных концертов, постановок, открытых мастер-классов, просто концертов. Я начну с того, что 31 числа в Мишкенот-Шананим у нас будет очень большой концерт и пресс-конференция. На этом концерте выступают звезды преподаватели нашего мастер-класса, среди них Андреа Суаре из Национальной Парижской оперы, Анджей Белецкий, которого вы сегодня слышали, потрясающий солист Большого театра московского, Мозес Молин, солист оперы Мадрида. Также будет присутствовать Фабио Мастранджело, это один из крупнейших европейских дирижеров. Он итальянец, но работает очень много также и в России, он является ассистентом Гергиева. И, возможно, может быть, еще дополнительные сюрпризы, мы не хотим открывать всю программу, но программа действительно будет очень интересная.